Глава муниципалитета Андрей Иванов выступил с ежегодным обращением в инновационном центре Сколково. Прежде чем подвести итоги 2020 года, глава вручил знак почетного гражданина Одинцовского округа, герою Великой Отечественной войны Константину Сергеевичу Федотову, фронтовому разведчику, участнику парада Победы 45-го года, кавалеру боевых орденов и медалей. Дорогой Константин Сергеевич, низкий вам поклон и большое спасибо за все, за нашу родину, за то, что вы защищали ее, за ваш самоотверженный труд и служение в мирное время, за вашу патриотическую и общественную работу, которую вы ведете и сейчас, чуть не сорвалось после выхода на пенсию. Но это точно не про вас. Поколение победителей в отставку не уходит. Константин Сергеевич, для нас большая честь вписать ваше имя в историю Одинцовского городского округа. Экономика, здравоохранение, образование, благоустройство. Цели, стратегию и приоритеты определил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям региона, отметил Андрей Иванов, и подчеркнул, задачи по каждой территории, начиная с подъезда, двора, улицы, властям ставят жители округа. Теперь у нас от лица жителей выступают представители общественной палаты. И вы видите сами, что для нас нет малозначимых проблем. Пандемия внесла корректировки в планирование по многим направлениям, но не смогла остановить жизнь в муниципалитете. Одинцовский округ по итогам 2020 года вошел в тройку самых эффективных органов местного самоуправления области. И это, несомненно, результат командной работы, уверен Андрей Иванов. О том, какие перемены ждут округ в этом году и какие направления глава назвал приоритетными, мы расскажем в ближайших выпусках новостей.